Ежегодно администрация города Кстово проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка к новому, значит, году и, соответственно, Рождеству Христову. В этом году, в декабре, было подписано распоряжение главой администрации. Значит, на момент окончания приема заявок к нам заявились 7 предприятий. Это, значит, сеть магазинов «Народный», ООО «Бытовик», закусочная «Лавера». Впервые тоже приняли участие в нашем конкурсе магазин «Чай и кофе 7 слонов» ИП «Борисов», магазин «Автомиг». Вот предприятия в этом году, которые подали заявки. Комиссия, значит, выезжала, оценила за оригинальность, за выдумку. Вот ваше предприятие, кстати, тоже, значит, отмечено как особо отличившееся. То есть, действительно, и большая работа проводится, и благотворительная деятельность в вашем предприятии оказана большая. Все было достойно оценено. Подводя итоги конкурса, очень приятно вручить вам благодарственное письмо от всей души, от имени главы администрации города Кстово. Действительно достойно оформили офисы свои, значит, за выдумку, инициативу в оформлении предприятий. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы действительно очень старались, нам хотелось, чтобы в наших абонентских отделах интересно и привлекательно.